Как увеличить губы в домашних условиях? Расскажу в этом видео, досмотри до конца. Меня зовут Селин Евгений, я косметолог и ординатор пластической хирургии, подписывайся. Есть 5 вариантов, которые знаю я. Первое – макияж и помады с покалывающим эффектом. Второе – зубная щетка или скраб. Третье – массажи и компрессы. Ну а про остальные 2 читай в описании. Это самые безобидные и безопасные варианты. А какие знаете вы? Пишите в комментариях.